Приветствую амигос и тех, кто не подписан, тех, кто слаб на пердачок, да на головку дурачок, кто в комментах мне срать гораздо, ну а по жизни Борька Моисеев. Я понимаю, там у гайджинов, да, вылетает, там у них хоть графика есть, да, здесь-то что, ну, может, окружающая среда еще там хорошо нарисована, но сам танк-то вообще. У разработчика золотые руки, они плачут по пролетарским таким инструментам. Они руки бог им дал точно не для программирования, видимо, потому что это просто жесть. Снова, естественно, произошел вылет. Царапинки, конечно, мило. Почти так же мило, как 7 FPS в момент выстрела. То есть лагает и глючит эта игра, дай боже, посмотрите, что происходит с этим пацаном. У нас что, не дорога, то танкодром, ёптать. Опять не пробил, да ёб твою мать. Ну не знаю, наверное, опять какие-то снаряды там, блядь, специальные, да? Не угадал. А, сразу видно, да, сразу вот привычное стадо. Стадо оленей из World of Tanks теперь гоняет здесь. А вот этот снаряд, блядь, за броневое действие. А вот этот снаряд, блядь, не за броневое действие. А вот поэтому ваншот. Ну как обычно, да, моя команда это рачье, команда врага это прям вот нагиб. Кстати, последний слившийся чувак написал, а чё, возрождений нету? То есть из улиточки-то тоже люди сюда пришли. Блять. Ну, досада, твою мать, как досадно сейчас. Так что все, теперь я буду снимать, теперь я вообще не уйду. В целом, вот это нововведение очень сильно напоминает какое-нибудь приложение из ВКонтакта, да, там правила войны, еще какая-нибудь хренотень. Ну, некоторые визуальные эффекты, это Nvidia калькулятор уровня, да, но армата вот эта, это клон World of Tanks, это полная правда, и не надо тут бомбить. Управление VSWASD, значит, блин, управление как в картошке, блядь, в голове у тебя VSD, управление как в картошке. Автоматом по умолчанию началось соревнование, кто этой игре лучше жопу вылежит, да, то есть, вот, но у людей прям так бомбит, вот прям так бомбит. Как будто они, блядь, не по играм, сука, всю эту технику знают, и не на Википедии, а как будто две войны прошли. А, ну понятно здесь, а, труп танка не подвинуть, да, но это World of Tanks 2013 год, ёптать. Эй, ухнем еще раз, ну, блин, снаряды не пробивают стены, стрёмно, конечно. Все, порвали. Armored Warfare проект Армата разыгрывают BRDM-2. Бронированную разведывательно-дозорную машину. На кой хер кому нужна эта БДРМ-2, вообще непонятно. Кому надо ездить на этой жлыге по городу? Это же, ну, просто, ну, реально, это ведро с окнами. Обратите внимание, где наш М-60 воюет. Вот вообще воин от бога, я не знаю. Самый полезный человек в команде. Стоит где-то там за бетонной стеной. До туда враги-то через неделю только дойдут, а ему похрен, он уже стоит. Ну давай ты, где ты там, давай уже. На ПТ-шке без башни на засеренном острове. Это вообще просто боль в жопе. Я еще и разведчик. Со своей задачей привозить деньги справится и тайфунчик. А, не буду называть танки совками. Буду, любя Советский Союз, называть эти танки совочками. Какая разница, какие эти танки? Говно, хорошие. Пофигу. Я до сих пор не привык к убогой скорости полета снаряда в этой игре. Вроде и пишут, что нет, снаряды летают нормально. Да где они нахуй нормально? Помеха слева, помеха справа. Какая помеха справа? Какая помеха слева? Ничего не знаю, я на танке. Оптимизацию для этой игры на калькуляторе делали. А как эхо? Она скажет, а, ты певец? Я скажу, нет, я пиздец. И никто не услышит твоих криков, тупая сука. Борис Ельцин спрашивает, все ли поставили Алканавтеру лайки. Куда пробил, я вообще не понимаю. Блять, смотрите, в верхний лист пробивает танк, ебать мой хуй. Просто, блять, пиздец какой-то, блять. О, ебаная колымага, сука, третий левел, говнище, блять. Так, нахуй третий левел, даже смотреть на него не хочу, это, блять, бредятина ебучая. Ой, сука, не могу. Вот я активировал перк, и теперь у меня что? А ничего. Ой, сука, не могу. Опять в честном поле танки пропадают. На поле танки пропадали. Ой, сука, не могу. Да, залупа ты так. Ой, блядь, с той стороны. На, нахуй, отлично. Вот оно, геймплей на Итехе-то какой. Вот он, блядь. Где мой сказочный дамаг? Где мои фраги? Где мой...
Где скилл? Что за... Да ну, блядь, ну конечно, ёб твою мать, я ж приехал, надо его убить. Надо такую маску, как у Бэйна, у него в ней был очень четкий голос. И я чё вам хочу сказать, несмотря на то, что я лысый бодибилдер с маской на ебле, голос у меня как у интеллектуала. Это полная жопа. Ой, сука, не могу. Сука, эти Брэдли, блядь, теперь покоя не дадут. Ты пойди, пойди, братик, сад чужой. Набери фрагов и неси домой. Ну, пожалуйста, ну опусти ствол на миллиметр, скотина, блядь. Ёб твою мать, что за хуйня? Да ну нахер. Давай, сволочь, да как же ты туда заехал-то, если... Блядь, чувак толкани, блядь. Все, пиздец, читаем чат. Пиздец, блядь, я ебал третий левел, говно, ебан. Просто повсюду сидят и ждут, блядь, я охуеть. Сука, игроки, блядь. Горела, падая ракета, и в панике бежал расчет. Кто хоть однажды видел это, тот хуй к ракете подойдет. Да, конечно, нахуй нет эффекта. Вы что, блядь, в задницу выстрелил? Какой эффект, блядь? Крит повреждения гусеницы без урона. Вот это заебало меня уже в этом патче, блядь. Именно вот у этих еблиных снежных танков, блядь. Гусеницы без урона, блядь. Зеркало без урона, баки без урона. Что угодно, блядь, лишь бы без урона. Пиздец, блядь. Повреждение узла, нахуй. Какого, блядь, узла анального, что ли? Ёб твою мать, где он? Да чтоб у тебя член не стоял, ёб твою мать. Это пиздец, как меня заебало, блядь. Ну и чушь, сука. Все, я буду стоять в кустах на ИТ-шке и читать чат, я манал. Без красава, мясо ягненка ебал ребенка. Че за хрень? Я сейчас прочитал, блядь. Что это было? Да ебаная каша. Хотя бы беса слейте, блядь. Это что такое за призыв вообще? Кто написал, блядь? Че это? Хотя бы беса слейте. Блять, снайпер, просто ёпты снайпер, нахуй. Ну ты можешь побороть эту стенку-то, ёпты, из кирпичей? Не говоря уже о том, что, блять, наводчик в Т-72, походу, с закрытыми глазами стреляет. Ой-ой-ой-ой, как хорошо. Ой, что делать? Ой, блять. И вот эта хуйня, вот этот тон... Ты что делаешь? О, заебись-то как, смотрите. Вау, блять, дрифт, нахуй, на два колеса, а вам слабо? Две минуты сводится, все равно разброс, блять, как дырка у моей бывшей, блять, со весь монитор. Что такое, блять? Пиздец. Чё, заколдовали, что ли, ёпта? Какая нахуй нет пробития? Чьи-то мешки мне здесь стрелять не дают. Я ему один хелс оставил, один хелс, блядь, ну. Огонь, просто огонь. На Абрамсе главное маневрировать, конечно, он, блядь. Лоб в лоб, он без фугасов, но бесполезен, серьезно. Надо мудить на нем, объезжать что-то, заходить куда-то в тылы в какие-то, блядь. Да как нахуй нет? О, заебись от нашей жарты. Самое время соснуть. Обосрать советскую технику и пойти спать. Почему говорят 90-е говно? Потому что, блядь, танки делятся на две категории. Одни пробиваются в лоб, другие нет. 90-й пробивается. И мне глубоко насрать, блядь, какая у него там охуенная пушка, которую никого не может пробить, блядь. Сливайся, не сливайся, танк уебищный, блядь, серьезно. Нижний лист пробивается, верхний лист пробивается, люк на башне, блядь, пробивается. Абрамс и Т-90, вот два уебища. И то из них, блядь, Абрамс лучше, потому что Абрамс пробивается меньше, хоть у него и фугасов нет. Говно оно, блядь, и в Африке нахуй говно. По итогам этого боя видно, что World of Tanks даже своими раками с арматой поделился. Задолбал это акация. Это не акация, это какация, бля, я базарю. Попал почти прямой наводкой, чтобы что, блядь, чтобы нанести 54 дамага, да я, блядь, в трубу шатал, это просто невозможно. Я, бля, вододел вас, прошу, покажите мне видео, как, сука, играть на горячем песке на ебаном тайфуне. Ну, надорваться, блядь, приходится, блядь, жопу надорвать, реально грыжу, блядь, себе до колен нахер высрать, чтобы реально на этой машине нормально сыграть. Я знаете, сколько пидорасов уже видел на этих, блядь, Challenger 1, который в лоб не пробить, который прячется за картонной 80-кой, да их дохуища, просто не заебали уже эти, блядь, геймеры от бога, а потом они сидят мне в комментах показывают, какой у них альфа-дамаг охуенный средний на танке, да в жопу все, если засуньте, блядь. БМДшка не имеет никаких штрафов, да, у нее меньше брони, которой здесь ни у кого нету, меньше здоровья, но она получает меньше дамага при этом. Дайте мне танк, который меньше дамага будет получать, не насрать, пусть он будет полностью из бумаги и без здоровья. Блять, ну почему снаряды? Куда летят? Чего летят? Блять, кто-нибудь спугните в жопу этот истребитель танков. Еще одна плюха и я в ангаре. Наша шанса. Выскреб из-под ногтей просто 2700 дамага. Леопард же, если не слился, он всегда в конце успеет несколько плюх еще дать вдогонку врагу. Лещами в ангар его загнать. Убери очко свое нахрен, блять. Сука, он какой раз уже мне стрелять мешает, этот, блять, человек на своем корыте. Опачки.
Да пошел ты нахуй, блядь, ёб твою... Пиздец, сука, человек. Сука, как не обернусь, у моей жопы 72-ка стоит, блядь. Чё за херня? Вы можете подумать, что я такой, типа, нервный статодрочер. Нет, мне просто перезаписывать, блядь, не хочется. Не, блядь, охуеть, нет эффекта. Ну, быть такого, блядь, не может, что нет эффекта, блядь. Вот. Пиздец, бронебойным снарядом. Как это, ёб твою мать? Ва-ва-ва-ва-ва. Заебал танк раскачиваться. Пиздец, это, блядь, смотрите, это не Т-80, это не Валешка ебучая. Да, можешь поцеловать, блядь, меня вот туда, куда ты выстрелил. Прям раздвинуть булки и смачно в засос меня туда чмокнуть. 3200 урона. Ну, в этот раз лучше пошло. Сука. Ботов, вот против ботов он просто тащит. Кто-то говорил, что челленджеру пофиксили вот эту форточку, попробуй стрельни. Ну вот, пожалуйста, попробуй стрельни. Так как была треть дамага, так и была. А когда полный дамаг проходит, чисто рандомно. Сегодня, кстати, я киданул челленджеру на полный дамаг, вообще сам не понял как это. Советская техника, я понял, она чисто пропаганда фугасов. 566, да, советский люк рулит. Офигеть. Единственный танк, у которого в люк еще и с бонусом проходит. Офигенно. Ни треть, ни полный, с бонусом. Че он там мне снес, прицел? По 100 дамага мне по башне кидает, чувак сидит. А я ему в ответ по 600. Так и живем. Кто последний? Я последний. Какой у вас номер? 242-й. Вы на чем? На паладине. А, ну я за вами на пазике. 9 дамага, я твою шатал, блин. Бензобак шатал, слышишь? Да почему ты дернул? Вот он, да нет же, блять, урон где? Сволочь. Нига, ты чё нахуй? Нига, ты сколько мне задамажил? 431, нига. Я твой ствол шатал, слышишь? Сука. Блять, нет. Нет, сука. Сука. А, нет. Сука, падла, 2 птура сразу, ёб твою медь. Вы видели, как смерть рядом только что пролетела? Взмахнула косой. Пыш, ядро, порох, давай, блядь, стреляй, сущая дочь. Да как нет пробития? Ну как нет пробития? Да кого ты наёбываешь? Какого нет пробития? Да, блядь, нет пробития. Вы, блядь, можете поверить в эту хуйню? Нет, ну нет пробития, пиздец, вообще, блядь, тайфун. Тайфун, настало мое время. Мимо, давай, блядь, еще мимо надо стрельнуть. О, да, 550 дамага. Последний фраг, батькин. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Это скилл, ребята. Имеет смысл повыцеливать баки челленджера. Ай, в крышу хороша зашла. Опа, 300 абрамсов. Бам, еще на 300. Этому чуваку в танке больше не гореть. Ариета танкует жопой. Или она типа рамбует. Так... О, как его развернуло четко на гусле вообще. Попали. О, херак 90-му на 640. Блять, 39 дамага, вы прикалываетесь? Это как вообще? Смотрите, погоня какая детская вообще. Ух, погоня, блять. Виу-виу, стоять, блять. Автомобиль нахуй такой-то, блять. Прижмитесь к обочине. Блять, это просто вестерн, я ебал. Где мой ласса? Дайте я стрину же эту лошадку. Ха-ха-ха, блять. Да, я вот так догоняю малой скоростью. Смотри, а что-то, блядь. Вобла-то медленная, походу. И что-то меня понесло. Чувак, я в НФС-ку играл. Вот меня хуй бежишь, блядь. Бля, вообще, это было эпичнейшее сражение.